Да, всем нашим, ребят, всем нашим. Привет всем нашим. Ребят, мы сейчас Бреню будем искать. Подождите. Сейчас. Бреня! Я у твоего замка. Все, ребята, ребята. Оруженосец Бреня здесь. Бреня в дискорде. Так, подождите, тогда она будет сейчас. Бреня, все, это ты? Блять, Бреня, там ведьма, это не ты, подожди. А вот я вижу Бреню. Бреня, заходи в замок. Бреня, спасайся. Бреня, заходи в замок. Бреня, тут дети-зомби, заходи в замок, Брень. Оф. Все, молодец. Подождите, дайте я музыку выключу. Ля. Вот, Брень, смотри, это вот мое жилище, да. Мы сейчас проведем экскурсию. Да, вот, смотри, смотри. Это у меня летняя веранда, сам делал, между прочим, да. Да. Ой, да. Нормально. Голос какой-то у него не афроамериканский. Блять, Брень, вот ты смотрел жмурки? Бреня настоящий черный русский просто, понимаешь? Бреня черный русский. Так, ну что, Брень, все, Брень, короче, пора тебе работы накидывать. Все, ты... Это, конечно, не лагерь отдыха, но ты считай, как приехал к бабушке, понимаешь? Так, понятно. Так что давай. Вот тебе лопата, смотри. Вот тебе кирка. Так, вот тебе может, топор. Меня сначала заселят? А! Извиняюсь, Брень. Только тебя в шахте поселят? Не, я не буду тебя селить в шахте, ты чё, блин? Ты у меня тогда побелеешь. Как бы, ну... Так у меня наоборот, кстати, дворфы. Чем глубже живут, тем они темнее. Ну, мы это по Амазону от Властелина колец, я так понимаю. Слушай, знаешь что? Знаешь что? Я тебе поставлю жилище тут. Все, живи вот, тут, все. Стеклянный залупин, хорошо, давай. Да, но я тебе даже сейчас сделаю двери специально. Я специально, чтобы у тебя были двери. Ну, как бы личная жизнь, все дела, чтобы не видели, чем ты тут занимаешься. У каждого... Железный, да? Не видели, чем занимаются в стеклянной комнате. Ну, блядь, ну, да кто на тебя смотреть будет, как говорится? Во! Во, ну все. Все, пока что это будут деревянные двери. В смысле пока что? Ну, ну как будешь работать, может быть, мы тебе сделаем двери железные. А будешь себя хорошо вести, то кнопка, возможно, даже будет с твоей стороны комнаты. Так что нормально все. Это не тюрьма, нет. Это не тюрьма, чат. Какая сегрегация? Что значит за решетку? Это не бабай меня снайпер. Это не бабай меня снайпер. Бабай заперся со мной. Это Бреня заперся сам, понимаешь? Вот. Смотри. На. Мне еды надо. Сейчас, да, я сам поем. Понятно. Смотри, ну подожди, ну не с пола же есть. Идем к веранде. Пойдем. Чё ты у нас, ну, с пола-то есть будешь? Сейчас, я тебе положу все цивильно, смотри. Иди сюда, садись. Садись, да. Ну, как смог, сел, я понимаю, ты не особо цивилизованный. Садиться надо ножками на землю, ну да ладно. Вот, смотри. Сейчас, давай. Вот тебе хлеб. Не, подожди, сейчас. Ты уронил. Подожди, вот. На. О, нифига даже положил. Да. На, ешь побольше ешь. Вот. Ты должен быть сильным у нас. О, нормально. Но я уже наелся. Это я себе оставлю за прозапас. Ну хорошо. Когда покормят в следующий раз. Ну, в смысле, кормить будут хорошо. У нас, смотри, какие поля тут хорошие, а. Плантация. Запоминай, кстати. О, вот это мое любимое. Вот это мне нравится. А почему тебе арбузы так нравятся? Так вкусные, сладкие. Вкусные, сладкие, ага. Арбузы. О, вот это мне тоже нравится. Ах, так ты поэтому в первую очередь сначала пошел к курям, да? Вот это вот мне. Ой, блять, я тут нахуй все сломал. Неважно.
Вот это мне нравится. Это что за долбоёб тут пришел? Кто там? А, правильно, бей его, молодец, ебать. О, защитник ты наш. Так, ну что ж, тебе надо бы приодеться. А то ты что у нас ходишь тут в робе какой-то непонятный? Да, ну вот как приехал. Как приехал? Я так понимаю, сейчас это, как на призывном пункте, мне форму выдадут, да? А когда автомат? Автомат дадут? Автомат. Саперной лопатки тебе хватит. Я тебе лопату дал, будешь ей отбиваться. Отлично. Так, ну тут у нас, если что, есть сундуки. Это, считай, вот, бери все, что хочешь. О, а это, о, вот это мне нравится. Вот тут штаны даже есть золотые, если что. Штаны, ууу, так это... Да-да-да. Они, правда, сломанные. Ну ничего, считай, секонд-хенд. Я бы сказал то, что тебе не привыкать, но мы не расисты, как говорится, ребят. Ну, в балашихе только в секонд-хендах и одевают. О, алмазная кирка, вот это я не буду трогать. О, алмазная кирка. И не буду это трогать, и нет алмазной кирки. Ладно. А, кстати, посмотри, я сейчас тебе покажу. Смотри наши достопримечательности. Ну, тут сад у нас красивый. Так, сад красивый. Могильник, да? Нет, не могильник. Смотри, вот тут у нас топ-донатерская. Но ее надо будет обновлять. Да, учитывая... последние разные события, мы будем обновлять, если что. Тут даже музон стоит. Кстати, если хочешь, можешь спать тут. Ну, нет, в крипте я спать не хочу. Ты хотел сказать в топ-донатерской. В топ-донатерской спать. В топ-донатерской. Я играл Ведьмака. Тут стриги ночью приходят. Не будет никакой стриги ночью. О, а вот это красиво. О, да. Это твое, да, это твое место. Да. Во-во-во. Уважение всем вот этим. Конечно, людям. Уважение, во. Кому-то даже цветочки тут стоят. Туда же так классно пол так бринчит, прям хорошо. Ты уж забыл, кому цветы поставил. Ну, в смысле, я Насте поставил, конечно же, цветы. Кому-то. Ой, видишь, Настя, как он помнит, да? Ну, я говорил то, что в принципе у нас тут цветы стоят, понимаешь? То есть цветы еще будут стоять, мы тут все засеем вместе, да. Ну, хорошо, давай. Тут дальше башня, там всякие штуки зачаровывать надо, но лишний раз можно не бегать, как говорится. Да. Ну, если хочешь, давай сбегаем, мы люди не ленивые. Давай сбегаем, посмотрим. Ну, живописно. Глава ННР готовит нового марионеточного лидера. Так, что тут у нас пришло? Предположительно, нет, он будет заниматься борьбой с оппозицией. Мы не делаем оппозиции, тут марионеточного лидера, нет. Пока Бабай будет заниматься непосредственным управлением лагерем. Нет. Что, когда мы уже пойдем Олега терроризировать? Ой, что? Блядь, испалит. Какой терроризировать? Олег там... Олег чилит. Вот. Смотрите, сейчас какой скин. Ля какой, да. Да. Ля. Очень знакомый скин, но это, наверное, потому что я тебя просто знаю лично. Ну так я рисовал специально для этого стрима, чтобы чат понимал, как я выгляжу. Так, минуточку, сейчас я отойду, пока что чатик повесели там, чат. Так. Бля, ну, у меня есть отдайте, как чат повеселить? Ладно, чувак, я уже ушел. Чат, я могу дышать, все в порядке. Вы только не говорите, что я делаю бабаю. Ой, бля. Если вы сейчас закинете 500 рублей через ГГ... Так, а привет, я на месте? А, привет. Привет, как дела? Привет. Да, хорошо, все тут на небо. Хорошо, на небо. Чат, мы общаемся. Красота. Да, да. В общем, давай, садись. Я тебя сейчас отправлю в путь, поставлю вагонетку, да. Удобно только уселся? Нормально. Только да. Я это боюсь, это высоты там всяких перегрузок. Ладно, поехали. Давай, поехали. Ой, жесть, захватывает дух. Вообще, это же прям это развлечение это, конечно, какое, да. А? Ух! Пиздец. О, курица. Гусар, как говорится, отставить потом, курочка потом. Вообще, мне кажется, тебе стоит всех жителей в вагонетке запрячь и пустить железную дорогу вокруг деревни. Ну, тупо этот, МКАД.
МЦД. Вот. Честно, я немного другое ожидал насчет железной дороги, что ты мне скажешь, но это тоже пойдет. Какая счастливая и современная семья. И кто теперь скажет, что эти люди какие-то не такие? Жесть. Все, давай теперь в деревню саму. Не обращай тут на дыру в земле, у нас тут местные террористические организации пытаются покуситься на нашу мирную жизнь. Это я слышал такое вот обстрелы со стороны криперов, да? Да. Прям вообще негодяй. Ну, главное, чтобы это их вовремя сбили. Система ПВО носатая. Да. Да, вот тут у нас фонтанчики. Ну, в общем, смотри, вот прям, скажи, по-твоему, они несчастные люди? Слушай, ну вот я сейчас спрошу, ты несчастный? Ну, вроде это, нормальный. Вот даже инструменты есть, ничего себе. Да. Никогда. Ой, это что за уродство? Это памятник местному герою оппозиции, да. Так. Народ попросил. А где его нос? Он без носа. Да, понятно. Понятно, оставил с носом, как обычно. Да, вот тут у нас тоже есть. В принципе, если вдруг... Хочешь, я тебе золотые часы дам? О, часы? Давай. Да, смотри. О, нормально, вот это мне нравится. Сразу же это... Ты только смотри, не перепутай. Они очень похожи на компас. Да, я знаю, как компас выглядит, как часы. Очень похоже, согласись. Да нет, на самом деле. Ну, похоже. Ну, слушай, может быть. Тут спрашивают, что это за афрогосподин со мной. Это наш модератор Бреня. Бренис, он лично приехал. Он приехал, чтобы помочь мне с развитием нашей деревни ННР. Иностранный специалист приехал вот по обмену. Да. Олега увезли, вот привезли меня. Это да. Вот видишь, там, кстати, вдалеке у нас плантация тоже сахарная есть. Но мы еще будем развивать, мы, может, арбузики посадим. В общем, сейчас самая главная задача. Нам у нас профинансировали строительство храма. Ага, так. Ну а поскольку мы честные люди, мы не пилим бюджет, нам надо этот храм построить. Чтобы максимально качество, чтобы на него глядишь, смотришь, думаешь, блин, вот он точно стоит своих денег. А, оружие, ну смотри, короче. Блядь. Ай, блядь, он пошел нахуй. Пошел, отстань, блядь. Отстань. А где? Отстань, блядь. Ой, он вообще. Мне сердечко наставил. Вот видишь, от чего мы защищаем деревню, блядь. А потом говорят, что я тут диктатор, стены понастроил. Короче, ты у нас, смотри, ты у нас, поскольку настоящий гэнгстер, это у тебя в крови, смотри, я тебе, короче, даю, блядь, пушку, на. О, а с двух рук можно с нее? И вот тебе еще стрелы. Слушай, а второго нету, чтобы я с двух рук? Тупо по-македонски? Не, пока что бюджеты не позволяют. Ну ладно. Ну, я вот так вот буду ходить. Гэнгста? Вообще, реально, гэнгста. Это будет синагога Олегу. Ты что сделал? Она... Что она? Что оно само? Я на котику наступил, и палец дернулся, и... Палец дернулся? Ты бяшку-то... Ты зачем бяшку ёбнул? Предохранитель ты не придумал на арбалет-то свой. Предохранитель не придумал. Ну а где? Нету. Белую бяшку уже успел завалить. Кстати, хочешь фокус? Давай. Смотри. Как тебе такое? Почему она сейчас похожа на испанского инквизитора? Ты что с ней сделал? Я ее посвятил в орден. Она будет священником в храме вместе с Олегом. Пиздец. Я еще есть подстричь, что можно это. Тут пишут, что это черная магия. Это не черная магия, она же не черной стала. Ну она стала, я не знаю.
Блин, а слушай, а это правда, что... что ты не тонешь? Бреня! Ой, блядь, блядь, я в кнопках запутался. Бреня! Нет! Где? Что? Ой, уф, меня сейчас в какую-то пещеру телепортировало, испугался. Бреня! Уф, так, ну я еще вернусь. Бреню жахнули! Да за что? За что Бреню? Я только приехал, а меня уже террористы. Вообще! Ужас! Ничего святого в людях нет! Кто там укает, блядь? Так, блядь, назад, назад, назад! Куда, 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 блядь? Назад пошел, пошел назад! Назад! Слушай, а может, я не видел, кто меня взорвал, может, это был не Крипер, может, это этот? Это был кто-то в зеленой форме. Так, кто-то в зеленой форме, ну ладно. Да. Дверь железная, у тебя есть дверь железная? У меня есть железо есть у тебя, вот, и у тебя есть древесина, может, прямо тут где-то верстак сделать. Можешь тут жить даже, если захочешь, вот, конкретно в этой деревне. Ой. Ну, слушай, хорошая идея, отойди, я поставлю. Давай. Да ладно, не важно. Так, дверь железную. Ого, целых три. Так, не, это некрасиво. Мне не нравится такой. Вот так вот. Ты у нас, я так понимаю, дизайнер, прям знаешь, как правильно сделать красивое жилище. Ну да, закончил единственный вакандий универ. Так. Здесь одна проблема, у меня-то кнопки нету. А у тебя есть дерево? Так из дерева некрасивое. А, из камня можно делать кнопки? Да. Да. Знаешь, в чем разница деревянных кнопок и каменных? В чем? Блять, а как, что у меня не делается кнопка? Я не понял. Может, ее через верстак? А, мы что, заперты оказались снаружи? Так, сэр, ну, Бреня, можно вопрос? Я сделал пока деревянную на время, но мы исправим это. Смотри, 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 фокус. Чё? Давай. Не подходи тут к кнопке. Ни хрена, это что? Это... А как? Что? Блять. Ну я вижу, подожди-ка. Да, твой тиммейт похож на того самого фейкового Дэвида Блейна. Тебя назвали фейковым Дэвидом Блейном. Похожим прям. А зайти-то не можешь. Зайти-то не можешь, блять. Кнопка снаружи, брень. А все, а нету. А нету кнопки. Блять. Что я сделал? Так. В общем, смотри, у нас сделан фундамент. Все это я добывал лично в Незере, в аду. И типа вот сделал. То есть это у нас кость. Это у нас незерит, лично сделанный. И типа вот по идее из этого материала мы и должны делать дальше храм. Слушай, я ничего не хочу сказать. Ну, конечно, блять, архитектурное решение просто пиздец. Вот. А что не так? Давайте, ваш совет, так, что не ну, так? Ну, во-первых, вот эти вот блоки, они красивые, но никогда они вот так вот стоят. Да ими нужно украшать. Знаешь, все-таки это храм. Ага. Тут должны быть колонны на входе, ну, я считаю. Не знаю, так. Может, видение ПТЗ более приземленное, но как бы должны быть колонны. Ну, вот такие. Предлагаешь все это на колонны пустить? Марионеточный, да, лидер ННР получил от Боба Адон, вот, от отдаленных жителей. По краям пустить выселенные колонны. Жители числятся пропавшими потом... без вести. Нам тут задонатили, что мы отжали у жителя дом. В качестве обслуги и наложниц. Нам типа пишут, якобы CNN говорит, что мы отжали у жителя дом и отдали его тебе. Хочу дать комментарий CNN. Записываешь? Да. Этот дом нам подарил безвозмездно зажиточный житель данного поселения. Он поблагодарил Бабая за охрану поселения, за его развитие и за приглашение таких гостей из-за моря. Вот. Все законно.
И не... Он не приехал. Бреня приехал сюда не в качестве обслуги, наложницы и так далее. Нет, нет, все нормально, все, все. Так, значит, ты предлагаешь из всего этого сделать колонны из всего этого материала. Палатку жители уже поставили. Да. Ну да, я считаю, колонна будет прикольно. Вообще, ну и... Смотри, вот этот блок. Ага. Это кость, да? Да, да, да. Бля, ну... Мне кажется, как пол его использовать слишком растратно. Растратно? Ну, его мало. Видишь, у тебя даже не хватило бюджета на полное его использование. Ага, значит, предлагаешь пол разобрать и пустить его на другие моменты вообще. Да, пол, мне кажется, стоит сделать таким, ну... Это ж храм? Да. Я был только в одном храме, там на полу были ковры, и на них почему-то люди на коленях стояли. Вот я, наверное, так думаю. Ага, 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 ковры, значит, предлагаю. Да, да, да. И... Ну, только надо будет табличку висеть, чтобы разувались на входе. Оно обязательно, обязательно, да. То есть вот так приходишь, так вот обувь хыть. Да, вот. Но выбрасывать не обязательно. Можно в карман. Деревню Санкт. Это что за... Я прошу вас выйти отсюда, господин. Это не знаем абсолютно кто. Это совершенно случайно сюда зашедший житель, да? Это надо ставить... Железные двери. Да, давай, давай сейчас этого жителя мы отсюда уберем. Уважаемый, 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 уходите, пожалуйста, уходите. Уходите. А конфискуй кровать, пока я его буду отвлекать. Все. 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 Сейчас пойдем. У тебя есть металл же? Что ты сделал? Что? Это что? Ну, что этот зомби, ты зомбаря ударил, да? Он был очень зол тех, что мы отобрали у него кровать. Видимо, но эта кровать, кстати, была не его, между прочим, да. Да, да. Он пришел в чужой дом. Это даже не тот житель, у которого мы Да. Который нам подарил данную собственность. Знаешь, что я считаю? Надо этого ветерана отправить, ну, выполнять свой воинский долг. А я кто пошлю. Это к нам зашел, блядь? Блядь. Блядь, а я... Блядь! Бреня! Что такое? Как ты это допустил? Так это... Понимаешь? Ветеран пытался выйти, ну, дать пизды кадавру. И так. Вот он пропустил его. В итоге я пропустил, блядь, я. Не знаю, не тебе сейчас бежать со спавна до деревни без вагонетки. Да, то есть у нас тут прям хорошо тогда. Но это место у нас опасное, то есть все дела тут. Тут я, короче, пытался доказать одну научную теорию, что такое существо есть гаст, летающее белое хуй путало, что оно не может умереть с собственного огня, если отбить. Слушай, ну, это все... Фраки какие-то в выдумке. По-моему, я слышу как раз гаста. Мне кажется, стоит проверить. Еще раз. Ну и пока доказать будет уже реально. То, что ну, это не работает, нельзя его ваншотнуть. Вот я абсолютно согласен, только где сейчас этого гаста найти? Там скелет я вижу. Ау! Я вон видел гаст, он там внизу где-то летает. Он там, да, он там в лаве плавает. Слушай, ну вот. Знаешь, пускай плавает. Ну, зачем он вот реально нам нужен? Это же очевидно, то, что он, ну, выдержит больше, чем один выстрел. Брень, сыграй он что-нибудь на басу. Распальцовки, знаешь, вот этот Си-Волк, Ди-Волк, вот это вот все. Вот у нас появилось. В Нью-Джерси. Что? Тебя попросили на басу поиграть. На басу? Чат, у меня сейчас гитара расстроена, и я вообще расстроена, так что... Расстроен? А что у тебя случилось в жизни такое, что ты расстроен, брень? Да, ну вот, копают тут вот какую-то хуйню. Ну это же счастье. Труд сделал из обезьяны человека. Слышал такую поговорку? Да, а обратно бывает?
обратно? Что не нравится человеку? А у меня просто вопрос тогда, почему я... Вообще-то пишут, труд освобождает, ну-ну. Не, ну спасибо, конечно, партии, то, что меня заставляют хотя бы не деревянной киркой это все копать. Не, ну это перебор был бы. Слушай, у меня, по-моему, есть шанс освободиться. Но-но-но, не надо, не надо. Это не... Понимаешь, а в этой жизни нет освобождения. Ну да, я spawn point у тебя в доме поставил. Ну... Всякий мусор можешь, конечно, выкинуть. Я, кажется, знаю, откуда ты. Скажи. Do you know, do I? Тут спросили, знаешь ли, do you know the... Это что у тебя такое в руке? Это у меня... Боун. Ну, у тебя боун большой. Но это не мой, он, видишь, белый. Блин, у меня просто... У меня просто... Ты куда? Стой! Нет! Стой! Не надо! Не надо! Не уходи! Бриня, Бриня очень классный. Надеюсь, будете часто вместе стримить. Ну я, в принципе, вернулся домой. Да, все, я дома. Бриня! А там... Ой, как хорошо проснуться дома. Бриня! Что это было? Ну я, это, быстро домой вернулся. Я вижу, как то, что ты быстро домой вернулся. Очень быстро, знаешь ли. Я не удивлюсь, если к концу, когда мы построим, блядь, храм, у нас в итоге половина материалов, которая уже была вложена, в храме в итоге не окажется. Окажется в каком-нибудь, ну, условно, доме Брени. Я ничего не знаю, никакого дома брения. Я такого ничего не знаю. Нет, чат, никто ничего не сносит. Мы сейчас реновацию делаем. Да, реновацию, да-да-да-да-да. Ой, любо глазу прям. Какая красота. Солнце светит, как говорится. Да-да. Да-да. Так. Брения тоже делом занят. А, в смысле тоже? А кто еще занят делом? Я тоже занят делом. Я охраняю. Руками водишь? А? Руководишь? Руками да, водишь? Да. Я охраняю тебя. Угу. Я охраняю, чтобы ты спокойно работал, понимаешь? От кого же ты меня охраняешь? Вот Брени сейчас, он работает, он чувствует себя, наверное, абсолютно счастливым, я уверен. Да, да. Вообще все прекрасно. Так, сейчас ночь настанет, опять всякие черти вылезут. Ах. Вот это классно, все. Не, ну как бы в теории можно реально взять и из песчаника потом доделать. Реально можно просто песка навалить. Сказать ты, что храм? В принципе, можно вот однажды так вот у Бибея спросили, не надо за сколько так, ты зарежешь Бриню? Ответ был дан незамедлительно. За 30 секунд. Если мы сделаем из земли, это слишком палевно будет Бриню. Да, я вижу, ты себе тут уже это поставил. Да. Это, ну, это чтобы наблюдать. Это наблюдательная вышка. Рабочая наблюдательная вышка. Ну, такие, комфортабельные, конечно. Очень, с окошками даже. Да. Я тут, правда, не понимаю, ну вот нахуя вот, блядь, вот эти окна. Это что? Ну, чтобы видеть друг друга, скажем так. Вот посмотри с той стороны. Вот в другой конец дома иди, вообще вот другой, да. Блять. А, кто там горит, блять, брень? Там что загорелось, блять? Не знаю, ничего не видел. Что загорел? Что там было?
пожар случился или что? Да я не знаю, вспышка была. Вспышка? Потом я ж это... Бреня, Бреня, к нам этот самый, какие-то челы, блядь, с флагом подбежали к хате. Блядь, я не знаю, я в аду разбираюсь сам. Они же не залезут к нам через деревянную дверь, нет? Нет, не должны, но вообще, если ты выбьешь вот этот флаг, то лучше тебе в деревню не возвращаться пока что. Они еще так «Ау!» делают. Это да. Кто вообще? Ты... Ну вот это вот из чата вот прибежали, вот говорят, что я заминировал там что-то, ну вот они прибежали. «Ау, Бреня заминировал!» Там пишут, это за Брень. Ну, конечно, за мной злые чуваки выдвигнут. А почему они белые за тобой бегут? А вот и ответ. Почему так странно жители на тебя смотрят? Что? Что ты сделал? Я не знаю, он загорелся сам. Сам? Он от стыда сгорел. Вот он, у него был очень пронзительный взгляд, он очень пронзительно меня смотрел, и он, ну, я поймал его взгляд, он от стыда сгорел. Сгорел со стыда, понял. Я теперь понял, да. Как это называется, блин, хорошо. Да. Эх, лепота. Да. Мне кажется, Олега надо будет... поместить под храм потом обязательно. Да, ну... Можно прям вот, знаешь, вот среди вот этих огней его закрыть. Ну, чтобы красиво было просто. Как будто он... Ну, это фаер-шоу такое. Это фаер-шоу. Не опасно ни для Олега, ни для кого. Это вот просто вот такой вот. Я просто, короче, положу Олега на кровать, да, вот тут под храмом. И пока он будет спать, я обложу его стеклом, и у нас будет стеклянный гроб с Олегом. Да, да. Я не завел раба. Вот, блин, посмотри на меня. Вот разве он похож на раба? Это вообще красота. Прям видно, хороший такой храм. Прям считаю финны. Ля. Я, правда, на самом деле, немного напрягают эти колонны. Они какие-то, ну... Бля, объемные делать это пиздец морока, но... Так, в принципе, тоже сойдет. Да. Ну что, блин, на сегодня все? Все, ну, на сегодня все. Спасибо за то, что пригласил. За то, что... Ой, спасибо, что привел. Давай я тебе оплату за сегодняшний день дам. Вот так. Ага. О, Боун. Да. Боун. Знаешь, что я с этим Боуном сделаю? Что? На стриме только не показывай, что... Блять, это... ну... Потом после стрима дорожку.